Всем привет, друзья! Этот яркий свет напоминает нам, конечно же, о том, что вышла новая потасовка, и нужно ее срочно пройти. Встреча на перекрестке. Случайные встречи на перекрестке дорог. Выберите класс и приготовьтесь увидеть самые неожиданные карты в вашей колоде. Этот скин, по-моему, уже был, да? Тоже что-то там про перекресток было. А что точно ждало нас в потасовке, я, конечно же, уже не помню. И в награду мы получаем новый комплект карт с кратера Унгора. Вот это круто. Ну что это за бирка? Доступна в середине апреля. Понятно, понятно. Ну значит, у нас будет пак в коллекции, который мы все равно не сможем открыть и только откроем с выходом дополнения. Ну что ж, зато один пак у нас уже есть гарантированно. Так, а за кого у нас были дейлики, да? Надо посмотреть, за кого же у нас дейлики. Так, 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 друид, охотник, воин, оружие. Давайте доделаем дейлик за друида, либо за охотника. Выбор класса, я думаю, будет очевиден. Берем рогатого. Начнем с друида. Погнали. О, колоду собирать не нужно, да? Нас точно будет ждать что-то удивительное. И против нас охотник, маргрозёнок. Голодный краб. Интересно, у него будут вообще мурлоки? Ладно, сторожевое дерево заменим, огоньки тоже. Краба оставим, первый дроп сойдет. Правда, мы первые ходим, и опять дерево обратно заходит. И призыватель рока. Что у нас, колода на Ктуне какая-то? Грул! Да... Ну ладно, я думаю, вряд ли охотник будет разыгрывать мурлоков, поэтому ставим краба в темп. Монетка и... Жаблин-ловец. Блин, ну жаблин вообще четко разменивается, да? С крабом. Ну, делать нечего, идем просто в лицо. Следующим ходом поставим небесную провидицу. Ну, боевой ключ у нее, конечно же, не сработает. С атакой 5 существо за одну, за две единицы маны вряд ли найдется. Что? Что? У него был воин в синежабрах, прикиньте. У него был мурлок. Блин. Блин, можно было вэлью с краба получить. Офигеть, вот колода, да? Либо они специально такие колоды подбирают, чтобы они друг друга... Что это за... Так, а это еще кто такой? Провокация, вы не можете управлять атакой этого существа. А почему он на его стороне, я не понял. Откуда он появился? Что за клоун в шапке? Охота... Да, пса еще призвал. Блин, в лицо. О. Незваный гость. Провокация. Вы не можете управлять атакой этого существа. Эх, вообще оставить некого, да? Ну, юзай мобилку. Так, так, он тоже разменяться не может, да? Ну, смысла биться я вообще не вижу. В лицо. Еще один! Куда тебе еще одного? Блин, мне срочно нужно разыгрывать существ, чтобы убивать его таунты. Так, куда ты в лицо можешь атаковать, разве? Нет, атакует. О, еще один. Так, блин, ну... Блин, они же меня убьют, да? Блин, вообще нечего разыгрывать. Что это за потасовка? Так, а где озарение? Где все? Где все карты? Так, даже следующим ходом ничего не могу разыграть. Максимум через ход доктора Бума. Блин, блин. Но у нас, по-моему, быстрее убьет, да? Да, у него появляются раньше эти гости. В чем прикол вообще, не понимаю, этой потасовки. Один выстрел, один... А, он еще убивает, да, нам одного гостя. А мы даже убить не можем. Мы даже проатаковать не можем, абсолютно.
Может, размах будет у нас какой-нибудь? Дерево. Не, блин, что это за колода такая? Что это за... В чем прикол вообще давать все время друиду деревья за 8 маны? Атаковать нельзя, да. Атаковать провокатора. Блин, ну сейчас 3 атаки, да, и нас убивают. Чё за... чё за, блин, смех такой идиотский, я не понял, блин. Это типа специально, что ли, унижение друида за то, что они джейдами всех гасят? Это вообще, чё за фигня вообще? Я впервые в жизни вижу такую тупую, дебильную потасовку просто. Короче, друида, за друида играть не надо, это однозначно. Дают бесполезные карты, 8-е, 10-е дропы, блин, на первом ходу. И тебя вот эти чудаки просто убивают, блин. В чем прикол, непонятно. И против нас чернокнижник, да? Сисину. О, огненный нетопырь. У нас есть Йоксарон, прикиньте, у нас есть Йоксарон. А взрывная ловушка тут вообще нужна, я думаю, нет, да. Вот дворф, я думаю, пригодится, да. А, бафать существ, чтобы убить каких-то... А интересно, будут сейчас еще раз вот эти самые таунты, либо что-то другое добавится в колоду, что-нибудь разнообразное, может быть. Но странно, почему у меня и у него были таунты, да, которые просто идут в лицо. Но у Ханта рука намного лучше, и в темп можно будет ее запросто разыгрывать. Это просто шикарно. Пропускает, отлично. Ставим нетыпыря. У нас есть даже метка охотника, да? Это тоже полезная карта для разменов. Следующим ходом, возможно, даже просто используем мобилочку, да? Монетку прибережем. Темную бомбу отдал в нетыпыря. Ну, что-то жестко-жестко. Существо с 1 единицей здоровья давать бомбочку на 3 единицы урона, да? Так. Давайте разыгрывать секрет. Да, поставим пока секретик. Потом разыграем охотницу и глашкурах. Распорядитель Колизея. Что? О, да, да, незваный гость. Ну тогда он не может проатаковать. Пойдет в лицо, да? Вы не можете управлять атакой этого существа. Но зато он может, да, сам атаковать лицо. Лучше разменивайся. Нет, в лицо. Я ходить лицо. Я дурак. В шапке. Ха-ха-ха, блин. Блин. Такая тупая карта. Призыватель бездны. Так. Атакует. Пожалуйста, обратно в руку. То есть бафать этого чувака, незваного гостя, смысла нет, да, дворфом? Ладно. А, в лицо. Тогда сыграем так. Ух ты, сыграем так. Уничтожаем. Капец, чернокнижник не выживет. Если мы будем ему каждый ход убивать незваного гостя, то будем его просто унижать. По-дикому просто. Еще бы найти 1 единицу урона, да, чтобы убить его. Лерой Дженкинс. И вот мы сейчас найдем как раз-таки 1 единичку урона. Значит, дворфом забафаем, пробафаем всю дичь у нас на столе, и дракончика, так и быть, одного дадим. Ударяется? Да, ударяется. Но, как бы, смысла нет, да? Я думаю.
Я думаю, смысла нет убивать призывателей бездны. Эти чуваки тоже, надеюсь, забафаются. Да. Ну так, отдадим. Хотя можно было отдать и иглошкуру, да? Дракончика сохранить. Так, сколько у нас урона? 8. Ну... давайте отдадим выстрел, чтобы уж точно чернокнижник убить следующий ход. Ну чё, чернокнижник, затемповали мы тебя. У кого, похоже, первый незваный гость появляется, тот и имеет преимущество. Жуткий инфернал, кто призовется. Или да, но Ильдан тебя не спасает. Тут можно даже обилочку не жать, просто пропустить ход, и его вот эти придурки запуляют. Незваные гости, блин. Да, интересно, что близы курили, чтобы придумать такую дичь? Оу, получаем долгожданный пак заветный. Да-да, скорее бы можно было его открыть. Чё за прикол? Офигеть. Какой-то зависон, что ли. Так, делаем делик. Отлично. Играем дальше. Берем также охотника. За охотника играть мне понравилось. Не то, что за друида. И против нас жрец. Значит, как я понял, на третий, да, где-то ход появляются эти сумасшедшие, как там их называют, незваные гости, да. И к этому третьему ходу желательно уже стол-то проспамить, чтобы была возможность дать зачистку этих незваных гостей. Но на этот раз голодного краба я разыгрывать не буду ни за что, потому что, скорее всего, у жреца тоже есть мурлок. Здравствуй, жрец. Следующим ходом, возможно, даже просто обилку отдать, да? Либо неуязвимость получаем, да? Важнее существом каким-то разменяться. Либо контролить стол. Так, краба сохраняем также. Ваш выбранный зверь получает плюс 2 к атаке, неуязвимость до конца хода. Ладно. Жалко, что только до конца хода. Эх, жалко. Было бы очень шикарно, если бы атака хотя бы сохранилась до конца. Пускай без неуязвимости, но так не будет. Так, ярости недр. Получает плюс 3-3, если у вас в руке больше нет карт. Так. Нужно срочно, значит, от карт избавляться. Было бы шикарно сейчас найти секрет. Да. Блин, у него первым появился незваный гость. Срочно его минусуем. А прикиньте, жрец его сейчас забафает, перебафает. Ой-ой-ой. Нет! Ха-ха! Да, забафал, офигеть! Офигеть! Офигеть. Голодный краб его не съест, случайно? Он не мурлок, не? Нет, он не мурлок, блин. Блин, ну надо ударяться, конечно же, да. И ставить яростня. Лишь ради того, чтобы он тоже разменивался. Блин, уже второй. Ой, блин. И что, он будет его лечить или что делать? Он же не убивает, да, нам тоже его. Слово тьмы, боль. Да это же четырня, блин, жрец. Что у тебя за колода, офигеть. Офигеть, у него еще на лечение хватает. Блин, так легко убивать таунты 3-5. Крошер. Ну мы тоже один таунт убиваем, да, который с гораздо большим здоровьем. Да ну тебя, краба, тоже ставим, чтобы все-таки так вот разменяться. Еще новый появился. Неужели будет еще такое простое убийство незваного гостя? Чё, воскрешает таунт? Да, офигеть! Офигеть, вот эта колода у жреца! Ай, блин, осветительная ракета, да, как круто.
Мы чё, Вестника Рока, может? Блин, самый бесфантовый дроп, какой только мог быть. Ладно, добираем карту. Вуду, блин, кого тут лечить? Себя, что ли? Ай, жесть. Я не привыкла так рано. Смысла этого чувака лечить нет, да. Смысла Вуду ставить тоже нет. Почему смысла Вуду ставить нет? Потому что у нас будет потом бес, да, призыв. С помощью беса карты. И у меня не призовется таунт халявный. Да. Жесть, мы не убиваем этого жреца вонючего, да? И тут 9 просто урона. Если следующим ходом мы... Ну, мы никогда не убиваем. Тут он разменивается с одним таунтом. Как-то надо будет пролечиться. Но он еще сам лечится, да? Да, естественно, сам лечится. Вот это жесть. Бедный хантишка. Как он будет выживать, непонятно. Жрец обжора еще. Да... Охотник, нет лечения никакого. Пиранострел, он тут вообще помогает. Так. Даже если я пролечусь, да, никакого эффекта от этого не будет, да. Я не убиваю никак. Это вообще жесть. Давайте убиваться нафиг. Это просто кошмар. У жреца самая идеальная на самом деле колода, да? Самый идеальный ремувал и воскрешение. Это просто идеальные карты для такой потасовки. О, оружие разыграли. Нормально. Ну, дайте мне победить еще одну партию за охотника. И против нас паладин. Ну, посмотрим, давайте, что за паладин, что у него есть интересного, да? Ну, эти карты надо заменять, конечно же. Шапка. Мне нужны первые дропы. Малигос! Да, 9-й дроп. В таком противостоянии, конечно же, очень зарешает. Когда нас просто эти таунты бомбят в лицо. Дикие, да? И что ты тут сделаешь, непонятно. И, естественно, никто из нас уже до 9-го хода не доживет. Собаки. Ну, блин, собаки. Что они могут делать вообще? Ничего. Абсолютно против такого стола. Где будет куча таунтов 3-5. Следующим ходом появляется, значит, на нашей стороне таунт. Так что можно будет спокойно этой девочкой идти в лицо. Но ни одного секрета. Давай таунт. А, нет, у него у первого таунт появляется. То есть таунт первый появляется у того, у кого монетка. И мы не убиваем, да, тут ничего абсолютно. Можно будет волка... Ой, не волка, а пса забафать. Неужели он будет бафать этого чувака? А, нет, Мурлинза. Так. Защитник света. Ерунда какая-то. Че, он будет в такой игре использовать обилку, что ли? Кстати, кабанчик это же зверь, да, шикарно, зверь. Ну, единственный, похоже, наш шанс на победу будет зарашить паладина, да. Но он тут уже... А, нет, пока не разменивается, да, с незваным гостем. Ё-моё, да у него места не будет на столе для всех мурлоков, как я понимаю. Так. Так. Блин. Давайте пока вот так сыграем. Что это было? Что это за секрет? Я не понял. Ладно, добьем еще одного. И. Окей, сыграем так. Будем просто идти в лицо, да? Надеюсь, по темпу. Боевой настрой! Ай, жесть! Жесть! Жесть, жесть, жесть. Да, еще у него меч справедливости. Сейчас он забафает, тут всех перебафает. Сейчас еще 2 мурлока. Так у него не появится таун, да? Отстой, мурлок, отлично.
Так, два мурлока отстойных. Пипец, они тоже будут забафанные. Ну, одного чувака нам убьет, да? Одного. О, он всех убивает, прикиньте. Всех убивает. И, соответственно, появится, да, потом. Да, собаки, собаки, собаки. Ладно, отдаем, отдаем. Призываем собак. Ловушка с дротиками. Ну, единственный шанс наш на победу, да, это, как я понимаю, зарашить. Ну, в общем, так. И сейчас подумаем, давайте. Куча мурлоков. Вот, сейчас в конце хода, да, я выстрелю ему на 3, да. 3, обилка 5, еще 9, да. То есть, если нас паладин не убивает, то следующим ходом мы его с обилки уничтожим. Ну, давайте рисковать. Давайте рисковать. А, сдался! То-то тебе паладин. Мурлоков обузить. Нефиг, нефиг. Нефиг, нефиг. Фу, сделали наконец-то делик, да, за этого охотника. Давайте сыграем за паладина. Посмотрим вообще, что это за класс, как он себя ведет. И против нас чернокнижник, да? Так, освещение, Никсиан, Зод, Гнев Небес. Что это за карты вообще такие? Зачем они вообще нужны в этой потасовке, непонятно. Вот заводной гном, печать чемпионов, самоотверженная героиня. Это просто супер, да? И у нас еще принц Молчезар. 31 карта в колоде. Ну, конечно же, поставим соотверженную героиню, да, первым ходом. Чтобы... О, Хармагор! Ладно. Далее, значит, можно будет... скинуть заводного гнома, да. Самоотверженная героиня и... Самоотверженная героиня и печать чемпионов это минус таун 3-5. То есть плюс 3 к атаке, как раз таки 5 урона. И на халяву забираем... На халяву забираем просто существо. А знаете что? А я не буду атаковать вот этого подпольного аптекаря, да? Не буду, просто не буду. Пускай он сам ищет, что делать с этим аптекарем. Сейчас у него будет таун, еще 5 урона давай. Отлично, отлично. Он этим аптекарем разменяться не может. Аптекарь просто убивает этого чердакничника. Офигеть, ржачно, конечно же, получилось. Извини, чернокнижник, но не в этой потасовке нужно разыгрывать этого беса. Ты явно ошибся. И против нас друид Черкес. Так, друид, это интересно. Нерубский пророк. Ну, в принципе, мы его можем, да, удешевить. Оставим в руке. Вурдалак. Сойдет. Но третий дроп, это, конечно же, не так уж и круто. Всего лишь статы 2-3. Не так уж и круто. Но, в принципе, сейчас на первом ходу будет стоить уже 5 маны. Потом будет стоить 4-3, да? Можно в третий ход будет разыграть либо Нерубского, либо Плотоядного Вурдалака. Ну, следующий ход, я думаю, очевиден. Ну, ладно, спасибо, хоть не краб у тебя, да? Ладно, пехотинчик, значит, размен. Пехотинчик размен, следующим ходом Нерубский пророк.
И пехотинчик был бы шикарно, если бы выжил. Но пехотинчик меня выживает. Ладно. Так, так. Следующим ходом появляется у друида Таун. И пока убивать его нечем, да? Этот Таун. Пока нечем убивать, и друид может законтролить нашего пророка. С помощью обилки, да? Если мы захотим разменяться, чем мы одну единицу урона будем наносить? Непонятно пока что. Вэлюс Горилла Бот, я думаю, даже не стоит стараться получать. Лишь потому, что смысла в этом мало. Да и надеяться получить сейчас еще один механизм в руку при рандомном заходе таком просто наивно. Так. Вурдалак и щит, может быть. А смысл в этом есть? Однажды я стану рыцарем. Я думаю, лучше даже вот так сыграть. И как раз-таки рекрутом уже добивать его, его незваного гостя. И ставить уже, скорее всего, даже вурдалака следующим ходом, чтобы его как раз-таки тоже качать и готовить для будущих разменов с незваным гостем. Вот. То есть вурдалак, если раскачается, он тоже с одним таунтом, на самом деле-то, разменяется. И у друида проблемы, на самом деле. Он не может убить с помощью разъяренного берсерка. Ё-моё! Он даже не отдает разъяренного воргена, да, в незваного гостя. Ну что ж, надо ставить вурдалака. Надо убивать, конечно. Бафайся, давай бафайся. Это что? Настоящий? Да, бьём. И пехотинчик ставим, да, чтобы мог нерубский пророк размениваться, да, нормально. В принципе, два таунта, да, он максимум убивает нам одного. А у нас тут уже готов разменчик, вурдалак. Есть еще разменчик с пророком, да. Неплохо было бы вурдалаком и в лицо зарядить. Барон Ривендер срабатывает дважды предсмертный крип. Да это же комба, офигеть! Офигеть! О, вурдалак, бафайся, бафайся. Офигеть, вы прикиньте, дважды. Вот это, блин, заход. Вот это колода, вот это я понимаю, да? Вот это синергия. Давай, бафай, спасибо тебе. Неужели у тебя размах есть? Так, бафай. Сейчас вурдалак просто на 13. Так, секреты. Вы разыгрываете по каждому секрету из вашей колоды. Ну-ка, 21 карта. Сколько у нас секретов в колоде? Один? Ну, спасибо. Хотя бы на одном секрете. В лицо! Погнали, погнали! Еще сейчас два выстрела. Давай, давай. Затемповали, да? И еще у нас есть самопожертвование. А, блин, вурдалак. Офигеть, офигеть. Камень призыва. Монетка. Чё там, Мурлок у тебя призовется? Ну да, Мурлок, конечно. Монетка и Шараджа. Ну, он нас не убивает, да, никак? Так, самопожертвование. Вурдалак будет сейчас 15 единиц атаки иметь. Да, пятнашка. Ой, блин, друид. Тебя даже барон не спас с древними, блин. Хотя это такая дикая комба, офигеть. Это была такая мощь. Такая синергия. Так, кем мы еще не играли? Ну, давайте сыграем за мага.
И против нас шаман Жоердо. Снегочух, иллюзионистка, да, химик. Ну, химика заменим. Все-таки важнее что-то мощное найти, сильное, да, чтобы было с самого первого хода на столе. Чтобы хоть как-то зацепиться за стол, прежде чем появятся эти... Это кому? Это ему? Принц Молчезар? Вот, у нас темпо маг, смотрите, да? Темпо маг. Сейчас, значит, затемпуем. Тут даже иллюзионистку важнее поставить, потому что она с обилки убивает таунта этого. Ладно, так... Захватываем стол просто на четвертый ход, ой, то есть на третий ход к появлению с того самого таунта у нас как раз-таки будет уже иллюзионистка на столе, что очень круто на самом деле. Таунт, ладно, таунт мы не проходим. А у кого-нибудь тут есть боевой клич? Вот один боевой клич, да, для толстосума. Ладно. Так, сейчас появится таунт, а прикиньте, у него гроза сейчас будет. Гроза, нафиг ты вышел вообще, незваный гость, тебя кто-нибудь звал вообще? Тут я вынужден буду тратить обилку, либо отдавать в темп оракула, да, чтобы поставить химика. Возможно, даже оракула отдадим. Да-да. Но сейчас нормального четвертого дропа не будет. То есть второго, да? Ладно, даем химика. Оу, зелье взрыв кристалла. Так, атакуем, подмораживаем. Вдруг у него будет пушка. А дальше что, будем кидать ремувал, да? Ремувал. Поджигатель, ледяное копье. Ну, так себе, да. Поджигатель и ледяное копье. Но зато это все-таки комба, два выстрела. Ну, если он какое-нибудь мощное существо поставит, которое захочет, с которым он будет легко размениваться с нашими таунтами, мы это существо просто на ход заморозим, да, и выиграем темп и задамажим. Нефритовая молния, ну ладно, хоть не с глаз, да. Воргена отдал, и, в принципе, ему не хватало 2 демеджа, и он отдал такое мощное, по сути, заклинание, да. Ремувал, ремувал. Ну, убивать надо, я считаю, да? Надо, надо. Победа за тобой. Куда? Куда? Стой! Блин! Ладно. Ну что ж, ребят, вышла, по-моему, самая, наверное, неудачная потасовка, которая только могла выйти. И, возможно, близы это сделали специально, чтобы все подумали, вау, какая же была крутая героическая потасовка. Вспомните про нее. И поэтому мы все обкурились на ваши бабки, что вы донатили, и придумали вам вот это говно. Но действительно, блин, такая бредовая потасовка. Тут даже не то, чтобы не весело играть, тут просто... Все настолько несуразно и нет никакой синергии, то что играть в нее, конечно же, не хочется. Ну, не знаю, как вам, но практически никакого веселья и интереса при игре в этой потасовке я не испытал. Хотя играл я ее в нее довольно-таки долго, да. Как ни старался, как ни пытался что-то выжать из нее, но, извините, никак не получилось. Да и пака нам не дали, блин, гады. Дали нам подарочный пак, который сможем открыть еще совсем не скоро, только где-то в середине апреля. Ну что ж, тоже здорово. Этот пак, я думаю, пригодится, да, в будущем. Ну ладно, ребят, буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписались. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы новых видео, стримов. Всем пока!